Добрый день, друзья. Доброе утро, вернее. Вы слышите? Кричит Люська. Мы пришли с утра. Я так думаю, что Вати заберет ее сейчас. Обрадовалась. Сегодня, в принципе, в парке тепло, но ветер очень сильный, такой вот вообще белогорский ветер, в парке не так чувствуется, вот, а в белогорске очень сильный ветер. Вчера читала комментарии, что-то там Ват не может намиловаться с Люськой. И вчера, значит, читала вчера комментарии, и вчера, значит, там... Читаю, уже пошла паника на Титанике, а вы Люську не проведываете, вы ее не кормите. Значит, раз вы нам не показываете, как так можно, вы жестокие люди. Ой, так вот, знаете, когда читаю, думаю, как дети в зимних домиках снимать, там несколько окон, но там освещение для съемки никакое вообще. Здесь это вот первый день у нас, более-менее даже есть голубое небо с этой стороны. С этой, конечно, нет, а с этой стороны уже голубое небо. Взять ее домой, когда там был ремонт, это тоже никак вообще. Нам нужно было приготовить и клетки, и встретить Киев. И время занимает два львенка. У нее тепло, сухо, она с друзьями. Ну, я так понимаю, что Валик сейчас натютёхается и заберет ее. Все-таки хотя планировали забрать завтра, сегодня доделать все. Сейчас пойду посмотрю, что там они обнимаются, целуваются. Ну, все, не удержался. Звезду забрал. Да. Моя девочка. Хоть планировали завтра, скажи, но я так и знала, что Люська выпросит сегодня. Дождя нет. Люся, там и тебе уже написали, да? Чего только хочешь. Ну, не знаю. Мне кажется, Люся в дом. Ремонту, до свидания. Мы еще ждали. Не брали ее, пока хорошо не высохнут обои. Потому что пока обои влажные, да. Их сорвать... Две секунды. Просто для Люси даже не в две, в одну секунду, в полсекунды. Моя девочка, моя красавица, моя курочка. Ой, забрал, я говорю, что думали завтра, но Влад не выдержал. Это что-то. Для Вадика песня. Пошли вон так вниз. Ота, папина дочь, папа по тебе тоже скучал, люди скучают, да. Да. Основные вот наши подписчики молодцы, говорят, подождем, значит, делают как надо. Ну вот это ж вот прям некоторые, скажи, все, уже картину маслом, да, нарисовали. Все умерли, а уже и этот самый там, Вадик, вчера тоже паника на Титанике, я кусочек показал Томика. Чуть-чуть. Все. И с Томиком все плохо, понимаешь? И Люську мы не любим, да, скажи? Вот уже эти люди. Посмотри. Вот ты ж скажи, что такое. Как напишет, скажи, как напишет. Несмотря, друзья, на погоду, несмотря на такой вот ветер... Нет, тепло. Нет, тепло, но ветер такой. Еще как-то здесь в парке не чувствуется так. А в этом самом, в Белогорске прям... Кругами. Да, ветер... Ну, говорили, что и в Симферополе тоже. С утра позвонили. Девочки говорят, и в Симферополе ветер. Вот оно счастье. Вот оно... Вот оно разговаривает, да? Говорю, не. Чё? Дом, милый дом?
большая такая бибизяна. Угу. Вот, несет свое сокровище. Ну, не знаю даже. Во-первых, новая обстановка. Нет, она будет. Вот. Как у себя дома. Она будет в любой, как у себя дома, Владик. Даже совсем в новой обстановке. Во-вторых, Киру надо закрывать на... Да, этот, пока. Как его? Не просто... Тебя. Люся, что? Все? Ну? Люся. Ой! Нет? Очень интересно. Ой, шерсть дыбом. Прям голосом твоим наслаждается. Прямо обезьяна, обезьяна. Угу. Да. А попа грязная. Люся. Посмотри, что там. Там новые вольеры. Посмотри. Так, слушай, надо... Люся, иди сюда. Да, я понимаю, что она уже увидела дом. У меня просто сел. Все. Сейчас, скажи, папа. Вдруг ты опять к носухам меня отнесешь. Вот знает, знает. Ой, все, до двери добралась. Что такое? Или в окно увидела. Люсь. Знает все вольеры, в которых она жила. Зовет, зовет. Что такое, Люсь? Что там? Кто? За этот самый. Что там? Вот, пустите домой. Иди, не торопись. Да? Люсь. Ой, а там же эти пищат. Иди, иди. Там нет входа. Иди. Бася. Жжик. Вот это да. Ой, и сразу за Томика. Ты посмотри. Закрывай там. Ой, со всеми здороваться сразу. И кушать. И все вместе. И манго тут у нас есть, да? Ой-ой-ой-ой! Ой, да, ну главное, родное, свое! Да? Так, с кого уже трусы сняли? С Мани? Люся! Вот оно! Вот оно, комната! Так, ну ее надо купать сначала. Иди ко мне, Люся. Мою. Томик, Томик. Люсь. Томик. Люсь, иди ко мне. Иди, мой маленький. Так, нет. Люся, ты пока просто покричи, чтобы к тебе привыкла Кира. Люсь, не надо. Жорка сразу услышал. А Томик, глянь, ой, и она скажет, отдайте Тома. Да. Нет. Так, давай ее. Даже. Наверное, вот. Нет, покупать. Заходи. Ну, иди давай к себе домой сейчас. Люсь. Пока ты у себя приготовим. Иди ко мне. Давай, дитё, домой. Ой, там финики. Ой-ой-ой-ой. Моя умничка. Да, моя любимая. Водичка внизу. Водичка, сейчас сюда еду. Сделаем внизу. Вон водичка внизу. Финики. Все, семья воссоединилась. А мне нравится, как Степка Томика сразу такой раз. Мой Томик. Прижимает, прижимает, прижимает. Так, провода. Не, вот это вот тоже. Убираем. Убираем, да, надо переделывать. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пришла наша звездуля. Все, кипиш во всем доме, кипиш. Там Жорик с Кирой, да? Все, все, пришла. Дети. Ну что? Люська в дом, Кира знакомься. Здравствуйте.
да? Как вы тут? Все хорошо. Жоечка, да? Жоечка, как вы? Так, очень, называется, страдает мои маки. А, тут уже так, начинаем уборку, начинаем. Давай тебя открою, давай. Нет, не буду. Сначала уберу, потом открою.